Пане Романе, якщо говорити по ліквідаціях, перше запитання. За останні 24 години ми, за офіційною інформацією Генштабу, ліквідували 20 артилерійських установок. Чи є це багато, чи є це велика кількість? Последнее время в контрбатарейной борьбе россияне вынуждены были подтягивать артиллерийские установки ближе к линии фронта, так как им надо было останавливать наши наступательные действия, вот эти формирующие операции при выполнении наших задач. Арта должна быть была подтянута ближе, естественно, наша артиллерия, которая, особенно натовская, она на 7-8 километров дальше работает. И в контрбатарейной борьбе мы начинаем выбивать довольно-таки успешно стволы. Это где-то как минимум в 1,5-2 раза увеличилось количество уничтоженных стволов российских именно в контрбатарейной борьбе. То есть работают достаточное количество радаров, поставлено нашими партнерами. Естественно, натовская артиллерия сама по себе, она еще и точнее, и определенное количество снарядов, которые сейчас есть в распоряжении наших артиллеристов, дает возможность уничтожать вот в таком количестве по 20 в сутки стволов. А до этого было до 10, то есть до горячей фазы где-то до 10, 5-7 стволов в сутки. Сейчас уже 20, потому такая хорошая динамика и с положительными результатами. Сейчас россиянам придется принимать решение либо вбрасывать уже в бой стратегические резервы, включая в том числе и артиллерийские арт-системы, или все-таки выравнивать фронт, уходить в какую-то глухую оборону, не работать на контратаках. Именно как раз на контратаках они в основном теряют артиллерию, так как им приходится подходить ближе к линии фронта, попадая в бойовий радіус роботи наших артилерійських систем. Пане Романе, по ліквідації в нас є, можна так сказати, смачне топове влучання. Є повідомлення від самих Z-пабліків, Катьонок Z, якого теж ліквідували. Повідомляє наступне, що був ліквідований такий собі генерал-майор Сергій Горячов. Было несколько попаданий в командные пункты, расположенные на глубине, на дивизионной глубине. Работали наши хаймерсы, и, скорее всего, в одном из командных пунктов находился и начальник штаба 95-й армии. То есть его и ликвидировали, скорее всего, вместе и со штабом, так как за одним же никто бегать не будет, потому был хороший, скорее всего, было хорошее наведение, корректировка огня, а дальше уже уничтожение. Сейчас такого рода действий будет много, то есть им приходится командные штабы подтягивать ближе к линии фронта, они попадают под наши системы дальнего поражения, и работает разведка очень хорошо, сейчас активизировалась и Главное управление разведки Министерства обороны и силы спецопераций. Разведданные хорошо идут, корректировка огня, конкретное подтверждение. И радиотехнические войска наши также не дремлят. Плюс партнеры. Партнеры делятся сведениями, а у них довольно-таки серьезные есть мониторинговые группы, которые могут отслеживать движение высшего или старшего командного состава, а дальше уже в качестве целеуказания работать прямо напрямую. Потому вот мы видим такую положительную динамику по отмінусуванню генералов російських. Пане Романе, скажіть, будь ласка, наскільки важливо бити саме росіян по командних пунктах і ліквідовувати їхнє керівництво? В зависимости от степени управления, то есть командные пункты бывают разные, начиная от батальонного и дальше до армейского, в зависимости от степени управления, выключается иногда на несколько дней управление войсками. И здесь очень важно при уничтожении такого командного пункта сразу принимать решение на наступательные действия по данному направлению, так как потеря управления для россиян она катастрофична. Это такая жесткая вертикаль власти, выстроенная в
этой армии, и они не научены принимать решения, исходя из сложившейся обстановки. То есть постоянно ждут команды, а если команды нет, то их легче уничтожать. И правильно этим как раз заняты наши сейчас дальние силы, которые используют дальние средства поражения разного уровня. Это и «Хаймерсы», это и управляемые корректируемые бомбы есть у нас, и такие. Ну и, естественно, «Шторм Шэдоу», то есть ракеты, которые уже идут непосредственно на определенную глубину. Самый оптимальный вариант, конечно, уничтожать это командные пункты армейского уровня, то есть армия у россиян, именно управление армейского уровня, оно отвечает за большой участок фронта. Вот в районе Донбасса несколько армий у них есть, в районе Запорожья это то же самое. То есть нащупать эти командные пункты, уничтожить, это одна из приоритетных задач, что довольно-таки успешно выполняют наши войска.